Весь декабрь сотрудники телеканала «Видное ТВ» готовили для зрителей новогоднюю программу. В течение 31 декабря на телеканале будут выходить праздничные выпуски передач. Начало в 13:00. Я думаю, это будет очень интересно и очень необычно. Это не только телеканал у нас в этом году молодец. У нас еще большой прорыв сделали наши соцсети. Мы запустили несколько конкурсов. К Новому году мы сделали в честь столетия СССР. Люди нам прислали свои фотографии, какие они были маленькие, под елочками, зайчики, там, лапочки, снежинки. Вот. А еще конкурс, который уже с призами, настоящий такой торжественный, это конкурс, который нам призы нам предоставил наш партнер, сеть магазинов «Перекресток». А на «Видное ТВ» праздничная программа продолжится новогодним вечером. К ведущему Максиму Козлову придут известные люди Ленинского округа и расскажут о том, каким для них был уходящий год, а творческие коллективы исполнят для зрителей музыкальные номера. Максимально приложили усилия, чтобы сделать хорошее праздничное настроение нашим телезрителям. Это, конечно, в первую очередь, это самая главная задача, чтобы те люди, которые включили «Видное ТВ» днем и вечером, чтобы они вдохновились, насладились, увидели знакомые лица на экране, которые их поздравляют с Новым годом. И мы надеемся, что отклик будет, что всем понравится. Праздничный эфир продолжится и в новогоднюю ночь, но уже в социальных сетях. Зрители ожидают трансляции с площади у кинотеатра «Искра», где будет работать Кирилл Махров с прямыми включениями. Нашему коллеге предстоит пообщаться с гостями концерта.